Все началось, конечно, с Дарвина, не так ли? С его утверждения о том, что все случайно, все есть чистая случайность. До него считалось, что Вселенная живая, и она воспринималась как живой организм. А потом появился Дарвин. С ним случился важный инсайт. Но люди затем начали считать, что мир мертв, что все, что происходит, это чистая случайность, что в основе того, что происходит, не лежит никакой разум. К этому вопросу можно подойти с философской точки зрения и посмотреть, что для вас имеет больше смысла. Действительно ли Вселенная — это слепая случайность? Вы можете посмотреть на организм человека, насколько он сложен, или любая форма жизни, сложность любой формы жизни на планете. Воспринимается ли это как слепая случайность? Или такое просто не может произойти без лежащего в основе всего направляющего разума? Кто или что координирует тысячи функций в теле, в различных органах и клетках, которые работают вместе как единое целое? Кто или что, если не разум, например, координирует это? Вы можете задать себе все эти вопросы. Ученые будут спорить с вами и настаивать на том, что все это дело слепого случая. Или будет полезнее... Вы всегда сможете найти ответы на такие вопросы, глядя на самих себя, поскольку Вселенная отражается в вас, как наверху, так и внизу, макрокосм, микрокосм. Так что вы многое можете узнать, глядя на свою собственную жизнь. И тогда на основе этого вы можете увидеть, что ваш ответ применим также и к Вселенной.